Есть еще одно чувство, о котором спрашивает Андрей из Питера. Стыд – самое сильное и ненавистное человеком чувство. Люди готовы покончить жизнь самоубийством, лишь бы не ощутить публичный стыд. Мысль о том, что позор может покрыть фамилию, приводила дворянина к любым действиям. Почему так болезненно проявляется в человеке стыд? Потому что это прямое поражение нашего эгоизма. Прямое поражение нашего эгоизма. Понимаешь, что нет большего укола в себялюбие, чем вот такие действия. Естественно, вызывали на дуэли, убивали и шли на смерть заранее, зная, что умрут, но не могут превозмочь вот это вот поражение эгоизма. На самом деле большая глупость, но ничего не мог сделать. Допустим, тоже Пушкин. Ничего не мог сделать. Стрелялись, убивались. А что Кабала предлагает в таком случае? Вот человек чувствует стыд перед всеми. Вот что... Только лишь снова возвращение к своему источнику. Что нет никого, кроме Творца, который все это в тебе вызывает. И ты с ним имей дело, а не с Дантесом или с кем-то еще. Понимаешь? Только лишь с ним. Не обращай внимания ни на какого человека. Ну, в общем смысле слова. Вот. А сводить счеты с Творцом. Потому что только он это все делает. Причем какой-то человек. Это марионетка, это игрушка. Это кукла на сцене театра. Вот тебе она кажется такой, если ты сквозь эту куклу начнешь постоянно вылавливать Творца, то ты начнешь его обнаруживать. Мы говорим ведь о серьезной науке, мы говорим о том, чтобы раскрыть, что же происходит за сценой нашего мира, за театральными занавесями. За кулисами. А? За кулисами. За кулисами, да. Вот это нам надо раскрыть. Причем-то зачем я буду зацикливаться на каких-то людишках, кем бы они ни были. Меня интересует раскрыть единственного действующего во всем мироздании – Творца. Вы все время пытаетесь меня, а если так? Во всех этих случаях, неважно в каких. У нас есть только одна такая норма поведения, норма действия. Видеть за всеми Творца. Ну, я вот, вы как бы сейчас сказали людишками, я занервничал. Ну, я ж с ними вхожу в связь, чтобы увидеть за ними Творца. Для чего ты с ними входишь в связь? Ну, чтобы... Чтобы обнаружить за ними действующего Творца. То есть я их не... А они являются всего лишь куклами на веревочках. А я не хочу быть куклой на веревочках, и поэтому я к ним отношусь как к куклам, для того, чтобы найти Творца. И таким образом я буду видеть, как он дергает мной. И таким образом я стану подобным ему, против него. Вот таким образом я и обрету свою независимость, свою личность. А не буду тоже какой-то марионеткой.